В непростое для всей страны время перестройки, благодаря неравнодушным активистам, в ленинском муниципалитете удалось создать организацию, объединившую людей с сахарным диабетом. Пройдя немало трудностей, сегодня общество диабетиков отмечает свое 25-летие. Все эти годы во главе с председателем Еленой Воробьевой. Кто еще вообще, как не оптимисты, люди с диагнозом диабет, могут сказать, что день диабетика – это праздник? Я хочу вот от имени Алексея Петровича вручить вам этот приветственный адрес. Сердечно поздравляю с 25-летием организации, потому что вот взял человек и создал команду. В зале Центральной библиотеки, где состоялось празднование 25-летия общества, не хватало места. Так много гостей пришло поздравить председателя и членов организации с круглой датой. Здесь представители администрации округа, общественных объединений, предприниматели, медработники. 25 лет – это достаточно такая весомая дата в нашей жизни. Это практически поколение. Вот. Ну, Елена, зная ваши заслуги и наше взаимодействие, я вам искренне хочу еще раз пожелать всего самого наилучшего, здоровья, успехов, благополучия и такой искренней благодарности от тех пациентов, которых вы адаптируйте к жизни и к всем ситуациям. По традиции, море добрых слов, цветов и подарков. Хочу еще раз поздравить вас с этим замечательным праздником и вручить сертификат. Елена Владимировна, можно вас? Здесь уже подарили микроволновку, чайный сервиз, ну вот денежный сертификат, это, наверное, на тортике. Слова благодарности за самоотверженный труд и преданность работе руководителю организации Елене Воробьевой выразила и заместитель председателя Совета депутатов округа Ирина Архангельская. Руководителя ваша, Елену Валентиновну, знаю очень давно. Знаю ее такие вот качества общественного деятеля. И просто повезло вам, что у вас такой есть руководитель. Есть такая организация, в которую действительно вы можете прийти со своими проблемами. Со своими проблемами, которые, ну, спасают вашу жизнь. За годы существования общественной организации удалось очень многое сделать. Развивается просветительская деятельность, ведутся консультации специалистов. Члены общества занимаются самым подходящим для диабетиков спортом – скандинавской ходьбой. Вместе путешествуют и увлекаются творчеством, развивают новые направления. Мы проводим обучение семей, воспитывающих детей и подростков с сахарным диабетом, при поддержке Российской диабетической ассоциации. Обучение проводят ведущие специалисты Института эндокринологии. Проводится 7 вебинаров на различные темы. Это и питание, и инсулинотерапия, и психология. То есть великолепный проект. Выступления друзей общественной организации чередовались с музыкальными номерами, которые юбилярам подарили воспитанники муниципальных вокальных студий. Она прошла, как каравелла, по зеленым волнам, прохладным ливнем после жаркого дня. Я оглянулся посмотреть, не оглянулся ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.